дорогу педагогу. А что у нас тут вкусненького есть? А это же вы, мои дорогие друзья. В общем, всем привет. Знаете что? Сегодня у нас будет троллинг, а я превращусь в Кисси-Мисси. И вы же все знаете, это подружка Хаги-Ваги. Короче, прямо сейчас, секретная миссия. Вы видели, какая она розовая? Поэтому прямо сейчас ставьте лайк. Давайте прямо сейчас жмякайте свой царский мега-крутой лайкусик. Подписывайтесь на канал. И знаете что? Вопросик дня. Ваша любимая игрушка? Напишите в комментариях. Вот у меня любимая игрушка. Вот. Подошел? Ты видишь эту сосиску? Вижу. Почему она лежит тут 2 недели? Ты ее поставил разогреваться и оставил здесь на 2 недели. А! Это школьный эксперимент. Короче, у нас по биологии задали проверить, как разлагается сосиска. Вывод. Ты проверил ванизма на всю квартиру. Я так и написал в контрольной. Меня 5 поставили. Говорят, ай, молодец, короче. Какие ужасные учителя. Так. Кстати, произошло то, что очень все долго ждали. Ты наконец-то исправился и стал нормальным человеком. Нет, короче, за такое говорит. Всякий случай, я сортаю. Внимание, короче. Ага. Говорит. Я вас слушаю, давайте. Короче, сегодня произошло мега крутое событие. У нас так. Есть Порш. Где? Тут. Короче, дорогие друзья, сейчас вы просто офигеете. Погнали быстрее. Ты быстрее. Я бегу, подожди, у меня тапки слетают. Пара-па-пам. Пара-та-та-та-там. От два Поршика. Смотрите, друзья, насколько... Да, 3 даже, насколько они... Вообще, детализированность. Справа синий, слева красный. Так я выгляжу. Па, садись. Там лого твое, так, погоди, стой. Мой логотип. Мани зятя за руль. Зацените просто красный стайл, синий, белый. Погнали. Тихо, куда разогнался-то? Дрифтим. Ой, смотрите, там сзади баллончики с азотом. Просто азотные, да, баллоны. Дрифтим. Да что, фу, меня сейчас укачает. Боже мой, попроще немножко катайте. Фу, вышли. Вау. Друзья, напишите в комментариях. Да, смотрите, какой дым просто азотный. Напишите, ну как вам Порш? Это вообще топовая машина. Ну что, зацените оранжевые колеса. Мой любимый цвет. Смотрите, здесь присутствуют все цвета, которые я вот как бы люблю. Красный, потому что наушник красный. Другой синий, потому что наушник синий. Оранжевый, это мой любимый цвет. И желтый, ты говорил, что он желтый, как солнышко и как лимон. Короче, надо теперь чисто сделать Порш в виде фиолетовый, там типа кофта. Чисто кофта. О, в натуре все. Надо будет. О, и да, и сделай, короче, цветочки вот на этой штуке. Давай, садись, короче, это вообще будет, ну. Все, давай. Так. Все, заезжай. Какие кнопочки? Кнопочки, главное. Не нажимай! Ой, что я что сделала? Ты турборежим активировал, теперь едем только вперед. Ой, как выглядит? Блин, тут так много. Я нажала, по-моему, на эту. Это поворот! Это поворот! Да жму, подожди, стоп, сейчас исправлю. Это называется кнопка понты, теперь мы едем на дороге и понтуемся. Ой, ё-моё, как же, зачем здесь эта кнопка вообще? Это понты, Людочка! Ой, вообще, Людка, спаси меня. Что творит, не нажимала. Шина, короче, пробилась, смотри, тут пробитие шины. Где? Вот. Ух ты, ребят, у нас шина просто летела, один диск остался. Вообще, чисто один диск. Блин, напишите в комментах, как вам такое? Мне кажется, мега круто. Ну, прикольная тачка, буду ждать свою версию. Смотри, даже миниатюрно так написано. Вообще круто. Как ты считаешь, мега круто? Подписчики оценят? Я считаю, что оценят. Ну, ребят, ну вы же по-любому оцените, вы смотрите. Круто. Сейчас я подожди, вот это чудо, ты чудо тут постой пока, сейчас я приду. Так, чудо впереди. Так, включаю микрофон. Друзья, я думаю, настало время для троллинга. Давайте сейчас, знаете, Ты чё за мной подслушиваешь? Не подслушивай! Отспалит. Так, все, друзья, превращаюсь сейчас в дорогу педагогу. Так, все, превращаемся. Так, мне кажется, превратились. Так, повторяем за мной. Дорогу педагогу. Так, все, идем, короче. А вот эта тачка, она отличается. У нее бампер черный, а у этой красный. И у нее... Привет. Дорогу педагогу. Что у нас тут вкусненько? Что? Ты пошла сюда? Нет ничего. Что у нас тут есть вкусненько? Так, зайка, котик, ки-ки-ки-ки-ки-ки. Знаешь, что я тебе скажу? Подожди, стоп, Хаги-Ваги, стая жена. Где твой муж? Где твои дети? Ты что, дома оставила хозяйство? Ну-ка, иди сюда, кошка. Так, сейчас мы с тобой будем играть. Повторяй за мной. Дорогу педагогу. Я сейчас так
повторю, что будет не педагог, а кое-кто другой, ходивалистая подружка. Иди давай отсюда. Так, ну, ага, так, я тебя услышал. Так, сейчас мы с тобой кое-что сделаем, короче. Так. Знаешь, что ты со мной делаешь? Не надо ничего со мной делать. Я занята, видишь, тачка новая, я пробую. Ой. А теперь... Мы тебе съедим дорогу, педагогу. Подожди, ты что, такая же кровожадная, как и твой мужчина? Так, иди сюда. Куда? Надо скушать. Так, идем. Фи-фа-фо-фей. Надо сожрать быстрее. Иди сюда. Так, Аги-Ваги хочет покушать. Ой, что это у нас такое? Выходим, выходим. Что это такое? Жаль, а что это такое? Ой, блин, в двери застряла. Ой, вышла. Ой, захожу обратно, спряталась. А? Так, где оно? А где оно спряталось? Дорогу. Педагога. Подними. Ушача какая-то. Что за дорогу педагогу вообще? Что там? Выходим чуть-чуть, высовываемся. Так, посмотрим бок, посмотрим туда. Дорога! Педагога. Что у нас тут есть вкусненького? Выходим, выезжаем. Так, все, дрифтуем. Так, куда ты тут погнала? Так, надо ее, короче, поймать. Через забор просто виляем, ребят, вообще. Да. Блин, нет, это была плохая идея, я пролетела сквозь нее. Привет! Фу, мамочка. Господи, ты как скример посреди дороги в ночном присутствии. Ой, ой, простите, простите, нет, это не моя машина, я вам ее не дам. Все, уезжаем. Так, оп-оп. Привет. Так, вроде отстает. Где она-то? Не вижу ее. Блин, сейчас спустим. Ты где? Где моя машина? Ну, тут как бы произошел небольшой косячок. Кто здесь? Ну, я... Ну, как-то так. Ты офигела, что ли, моя машина? Ну, я... Нет, я просто хотела покататься, а тут, знаешь, подружка Хаги-Ваги выжила. Ну, чего меня пугает? Кто? Кого? Какая... Я газанула, оказывается, на всех газах, понимаешь? Капец, ты газанула, что с моей машиной? Житель! Вызывайте ДТП, меня машина сбила. О, посмотрите, это какой азот красивый. Вообще-то засоряем, короче, этот природу. Так. Вытаскивай, чё? Чё, я вот так, сейчас разберемся. Так. Куда пошёл? Дорогу, педагогу. Стой, здрасте, произошёл. Ты смотри, одну из ты чё? Произошёл переворот. Тут, короче, в деревне поёт. И взяла мой Порш и погнала к чертям. И разнесла все нафиг. Так, и запишем. Хорошо. Так. Гражданочка. Вы приговариваетесь к 5 летам этом... Летом. 5 летам? Пятилетом. Да, я согласна, я и так работаю. Ну ладно, я пошутил, короче. Ну блин, что делать? Она терчится наверху, застряла, я не знаю. Ну давай я попробую туда втиснуться, погоди, сейчас погодь, открыть. Вообще не по новым тачкам. Капец, конечно, вообще. Вот прикиньте, да, друзья, стоило мне просто отойти. Я уже придумывал каких-то Хаги-Ваги, подружек, потом... Как их хоть звали-то? Мысли придумываю. Это розовая Киси-Миси или Кити-Мити. Киси-Миси? Понятно все с тобой, понятно. Блин, а вот чернушная мне нравилась машинка. О, смотри, у нас, смотрите, друзья, еще есть кабриолет, короче. О, ну слушай, это тоже... И сяду я в кабриолет и поеду. Песня открывает дверь. Кто это придумал? О, смотри. Так, тихо. О, ведь очень кайфы. Кайфы. Дуа мне мои 3 волосины. Вообще отлично. О, смотри. Вон. Сейчас венок слетит. Второй сейчас реально слетит. Так, все, встаем. Вышли. Приду. Ну, прихвати. Да, сейчас. Так, друзья, выключаем микрофон. Теперь, короче, мы сейчас превратимся снова в Киси-Виси и будем гонять по всему городу. Это вообще прикол. Так, дорогу, педагогу. Что у нас тут? Это опять верещит. Ой, мама. Дорогу, педагогу. А что у нас тут вкусненького есть? Да ничего, что ты сюда приперлась? Я из-за тебя уже одну тачку сломала. Отлично. Тогда я тебя съем. Не скучай. Я сожру тебя как чай. Быстро выпью и прикушу. Иди сюда сейчас. Загашу. Горю, ребят! Полыхаю огнище. Тихо. Разруливай между деревьев финтует. Нифига это финтует! Где так научилась дрифту? Нет. Стоп. Где машина? Стой, подожди, Хаги-Ваги, твоя жена, где машина? И машинки больше нет. И тебе... О, нет. Да. Она в дереве застряла, вы что, гоните, что ли? Ну, ты водила какая-то, какая ты водила вообще? Капец, ребят, вы гляньте, как она смогла так просто... Я вылетела через переднее стекло. Просто, короче.
Короче, вы... Куда? О, погнали, ребят, работает тачка! Куда? Тихо, а ну-ка, стоямба! Так, догонямба! Жесть, винтуем, ребят, страшно, не могу! Блин! Чё? Ты чё мою опять тачку взяла? Где машина? Только что тут была? Где машина? Что тут было? Где машина? Где моя машина? Ну, я не хотела ее туда затаскивать, я не специально нашла. Капец, просто стоило мне отойти, пипи, ты просто мою всю машину разнесла. Ты чё, ты хоть бы знал, что я делала, я убегала, я спасала свои портянки, понимаешь? От кого? Нет никого. Хагимаги, где, кто? Короче, понял. Понимаю. Так, Людочка. Нет, стоп, подожди, не надо. Давай договоримся, я тебе конфет отсыплю. Хочешь? Ну вот, все, значит, Людочке не подходим. Ну, какие-то конфеты, вкусные пачки. О, согласен. Ну все, ладно, договорились. Завтра, послезавтра, когда-нибудь. Кто мне паршики возместит? У меня один остался, последний. Просто три парши и все расфигачили. Ну этот же нормально, живой пока что. Тебе что, дороже парши или мать моя? Конечно же парши. Нас бурятка бродила где-то там. Капец. Вот, видишь, обронила, блядь, я никогда его не роняю. Значит, ситуация чрезвычайная. Ситуация не чрезвычайная. Так, ладно, сейчас я, короче... Подожди, стой, дай ключики, пожалуйста. Нет? Ну дай, надо. Ладно, сейчас. На! О, смотрите, реально ключи. Это мобильные ключи. Ну да, крас, ты думал, эти что, блин, фигнюшку, что ли? Пакетик непонятный на них. Это брелок. Это брелок. Пакетик. Сама ты пакетик, короче. Ты туда уже куда шел? И не тревожь меня. И посмотри, что там хаги-ваги за своей. Придумала, никаких хаги-вагисов не существует, понимаешь? Это колесо одно сломано. Ёлки-палки, как же дрифтовать-то? Дорогу! Педагогу! Слушай, давай с тобой договоримся, понимаешь, что тут одного колеса, ну в смысле тут шина пропала, видишь, всего лишь эти штуки, вот эти остались, видишь? Вижу, сейчас мы поиграем с тобой игру. Раздави или убеги! Так, гоним! Ой, блин, ребят, ой-ой-ой, что-то сложно управляется! Так, тихо. Так, дорогу, педагогу! Ребят, сложно ускориться, она, короче, тормозит своими дисками о пол. Так, чё вообще, мне неудачная тачка попалась? Смотрите, просто... Ого, разогналась, что ли? Куда? А ну-ка, стоям! Так, внимание! Надо, короче... Куда? Нифига быстро такая. А где я, ребята, где я? Я заблудилась, господи. Блин, а я иду за тобой. Так, через забор врываемся. Тебе так просто не убежать. Так, вроде бы район знакомый. Сердечко, все. Так, это же мой дом, который я взрываю, магазин. Так, заходим туда, прячемся, ныкаемся. Здравствуйте, Коди пастух, тут проблема, короче, в виде розовой. Ой. Привет. Знаешь, что? Где она? Не видно. А где она? Да, Гиваги, у тебя голос поменялся на какой-то мужской. Где она? Ладно, пойдем в деревню, просто убасимся здесь немножко, я думаю, меня пустят. Здрасте, Альтаир. Привет, я хотел тебя залить лавой, но мне не получилось. Ты что, с ума сошла, что ли? Ты же наша соседка, как тебе в глаза буду смотреть потом? Куда? Блин, не работает! А бензина-то нет. О, смотри. Тут, короче, кое-что есть. Мы пришли на нужное место. Так. Не-не-не, я пока. Раз. Что делаешь? Раз! Уходим. Куда? Так, она стояла! Бежим, просто несемся, где тачка? А тачки-то нету! Круто, да? Я опять расколб... Ну-ка еще расскажи. Круто, да? Так, ну-ка, ясно все. Ты что, офигел, что ли? Ты что, офигел? В колено тебе сейчас просто ключом! Угар, да? Нет, подожди, в смысле угар? Я же это... Как? Зачем? Почему? Короче, костюм раздобыл, я решил, короче, тебя затроллить. Вот, а тачки застрахованные были, правда, на тебя. Ну, в общем, ты сама себе выплатишь. Ну, страховка покроет, я надеюсь. Моя страховка покроет, я надеюсь. Надеюсь. Это был троллик, короче, я давал костюмы для розыгрыша. Мисси Китти, Китти Мисси. Круто, да? Нет, не круто, я вылетела через переднее стекло. Это было бомбезно. Это было стекло круто. Это было стеклопробиваемо просто. Это было, да, стеклопробиваемо. Окна пробиваемо, так бам, башкой. Вася, дорогие друзья, за то, что вот такой троллинг, короче, произошел. Ставьте прям все с лайком, не расколбасило. Нормально.
морально все. Я твои тачки расколбасил. Я уже морально удовлетворен. Короче, дорогие друзья, да, ставьте лайк под этот канал, а я сейчас пойду в мастерскую. Короче, Валера, давай новые Порше делай, короче. Подписывайтесь вы на канал, пишите про Поршек и всем пока. У него подбородок отклеился, и он такой был. Слушай, походу он злится, он выдвинул передничку. Валера, давай. Настало твое время. Валера, настало мое время. Все, отлично.